вместо галстука кроссовки. Сотрудники горосполкома, депутаты, руководители предприятий и председатели профорганизаций собираются на праздники спорта в Дюш номер 4. Участники двухдневной спартакиады готовятся побороться за первенство. Первый в списке матч по волейболу. Одно дело убеждать всех за здоровый образ жизни агитировать, и другое дело, когда сам приходишь на площадку и своим личным примером показываешь, насколько это важно. Насколько важно приходить в спортзал для того, чтобы быть здоровым. На площадке очень хорошая атмосфера. У нас очень дружный коллектив, нам повезло. Понравилась сама игра, хорошие соперники. Вообще очень здорово, что нас здесь всех вместе собрали. На базе 34-й школы 4 команды в предвкушении старта. И вот он, долгожданный момент. В торжественной обстановке открывается спартакиада. На площадке битва за места на пьедестале, тимбилдинг. Участники на деле подтверждают, в Бобруйске трудятся по-настоящему сплоченные коллективы. И результат они готовы показывать не только на работе, но и на спортивной арене. Азарт состязаний, любовь к спорту захватывают каждого. Сплоченная атмосфера царит и среди болельщиков. На поддержку своих команд сил никто не жалеет. По результатам честной борьбы первыми в волейболе становятся представители горосполкома. Большое спасибо, очень интересно. Хотелось бы больше таких соревнований, чтобы горосполком проводил, мэр давал команды. И мы будем бороться за город. Победа наша! Это здорово, когда такого уровня люди выходят на спортивную арену, где побеждает спорт, дружба. Я считаю, что мы очень сильно постарались, и мы вложили все, что могли. Наши старания, умения. В насыщенной программе спортивных баталий стрельба, плавание, конкурс «Меткий футболист». За заветные баллы для команды спортсмены-любители усердно сражаются и в дартс. Не менее напряженная обстановка и у игроков в настольном теннисе. Готовились быстро, готовились за месяц. Но вы сегодня видели слаженность наших команд. И все показали определенно свои умения и игру. Но самое главное то, что сегодня царит дружба, все улыбаются. Но, конечно, будут и победители, и будут проигравшие. Но самое главное то, что спартакиада это объединяет наши коллективы города Бобруйска. Время подводить итоги спортивного праздника. Памятными дипломами отмечают участников с лучшими результатами. Чемпионами становится команда Совета депутатов. Второе место у исполкома, третье у объединения профсоюзов. В подарок сладкие призы, золотые кубки, а самое главное – незабываемые воспоминания и заряд позитивных эмоций для новых свершений. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.